Ну, как бы так всегда традиционно какие-то объявления здесь во время антракта происходят. Ну, я бы, ну, во-первых, я сказал там про диски, про свои концерты. Для меня очень важно, что здесь, ну, не для меня важно, скажем так, хотя я бы хотел попасть на этот концерт. Это будет в конце мая, по-моему, 29 мая. Здесь будет концерт Игоря Морозова, известнейший автор военный. 29 мая в 15:00 концерт Игоря Морозова в этом клубе. На эти концерты надо ходить. Это того стоит. Ну, как я обещал, во втором... И я бы хотел начать с того, что... Это тоже объявление. Через неделю, даже уже меньше, через 5 дней, на авиабазе в Кубинке состоится просто потрясающее мероприятие. Как в известном фильме, с позволения сказать, мероприятие. Вот. Но действительно, дело в том, что в этом году две пилотажные группы, лучшие пилотажные группы в мире, русские «Витязи» и «Стрижи» отметили свой 30-летний юбилей. У «Витязи» эта дата в апреле, у «Стрижи» было совсем недавно 6 мая. Но вы сами понимаете, что какое-то устроить большое праздничное событие до Парада Победы невозможно, потому что люди занимаются вот этой работой. И, как правило, всегда, ну, вот эти юбилеи мы проводили, я так и сказал, мы проводили. Я участвую, я имею право так сказать. Мы проводили действительно после Дня Победы. 15 мая на авиабазе в Кубинке. Вход свободный, берите паспорта только, на всякий случай. Не помню, чтобы их сильно проверяли, но это надо. Пилотажные группы, шикарная пилотажная программа. Пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи», «Беркуты», «Первый полет», «Реакторы», замечательная Светлана Владимировна Капанина, концертная программа, группа «Underwood», Аня Осипова для меня, это Юта, Сергей Галанин, Серега, конец фильма. И, в общем, ну, все будет очень здорово. Это суббота, дай нам Бог хорошей погоды, и вы увидите просто замечательную программу и очень хорошо проведете время. Ну и, конечно, я не могу не спеть какие-то песни на эту тему. Мы землю оттолкнем, и небо снова обнимет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто дали слово. Пусть метео нам тучи обещает. Оставим снизу все дожди и лужи. Изнанка туч всегда светла снаружи. Нас небо солнцем как родных встречает. Вот жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с сушкой или мигом. И крах нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас и не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах инверсий росчерк. Там мирный ГВФ сквозь дни и ночи несет людей в Анталию и Сочи. А мы как в школе тренируем почерк, выводим в небе тексты сочинений. Фигуры пишем, а точнее пашем. И где-то снизу смотрят дети наши, наверное. И мы пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином.
нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на петле, вычерчивая, строим. Местами землю с небом поменяем. Но мир там не изменится. Мы знаем, мы видим, как дворцы и замки строят. Нам не придется жить в таких хоромах. Но в честь свою мы в грязь не уронили. Пусть те, кто снизу свой кусок схватили. Зато у нас есть небо, мы здесь дома. Не будет в нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. И сросся каждый с сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды хлеба. Они сломались, как нас они бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. По небу. Вот этот вчера здоровый-здоровый ром под названием «Кубинский бриллиант» прошел над Красной площадью. Поймал себя на мысли, что когда-то вот давно-давно Игорь Валентинович Ткаченко, вот ему позволяли... И он поздравления всей советской стране, ну советской стране, да нашей стране, прямо с воздуха говорил. Сейчас немного по-другому. Знаете, я вот такую ответственность решил на себя взять и попросить выйти сюда на сцену моего близкого друга, Андрея Анатольевича Алексеева. Андрей, ну выйди, да, ну, поздравь хотя бы здесь. Заслуженный военный летчик России. Гвардии полковник Андрей Анатольевич Алексеев, начальник 237-го гвардейского центра показа авиационной техники имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Кожедуба. Я горжусь этой дружбой. Спасибо, Николай. Уважаемые друзья, ну, конечно, для меня, во-первых, большая честь сказать два слова на концерте Коли, потому что по сравнению с тем, что он говорит, наши слова вряд ли будут здесь умными. Вот. Но, тем не менее, вы знаете, по поводу его творчества много чего хочется сказать, и много у нас воспоминаний, и я думаю, что, ну, наверное, мы превысим лимит того времени, который здесь дан для концерта, чтобы вспомнить все вот наши ипостаси, но... Я никогда не забуду тот момент, когда Коля впервые исполнил вот песню, которую он сегодня уже исполнял. Это про визит в Бахрейн. Да. Вот, «Предельный режим» она называется, да, Коля? Ну, и
Ну, я вас тогда встречал. Предельный режим это называется, да? Я не правильно? Правильно. Вот. И я помню, как Коля нас встретил, мы действительно это было, знаете, большой перерыв в зарубежных полетах в силу политических там обстоятельств, политических, экономических и так далее. И мы впервые вот слетали в Бахрейн и пришли на аэродром Кубинка уже в сумерках, под ночь. И в нашей столовой на высотке расположились, и Коля взял гитару и просто вот эту с листа песню спел. И нам она, конечно, очень понравилась. Спасибо тебе большое. Он мне тогда сказал, ты как с нами слетал. И для меня это было вот на просто. Да. Вот. Ну, а в заключение я хотел бы, конечно же, поздравить всех с великим нашим праздником. С нашим главным праздником страны, с Днем Победы. Всем мирного неба над головой. Да, я помню эту ситуацию, когда они не могли улететь долго, и там действительно были вот эти причины, мы все такие вот, ну, как болельщики, полетят, не полетят, и вот потом бах так. И даже радиообмен кто-то выложил, как им разрешают улететь, они уходят. И я такой, ну, просто, меня распирает, как когда-то Лолита говорила, сними респиратор. Значит, и я написал эту песню, вот действительно, когда они прилетели, я ее спел. Говорит, ты как с нами слетал? Ну ладно, Маша. День сегодня не задался, я чуть было не проспался. Вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник от любимой подзатыльник. Вот и Маша, доброе с утра. С дуру видно, с позаранку. Зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папаша. Точно летчик, без царя в башке. Точно летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орет. Я бы здесь пожить остался, в жизни летном прописался. Но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук? Не слышу под собой. Лампа красным семафором, а мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Бетховен, папа-папа. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держись. Танцевать я в небе рину, с перегрузки плюсы в минус. Знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица. Нам с тобой нельзя убиться, Маша. Мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не отставить. Мне земли дадут пистону. Хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать.
Вот дают, ты слышал, милый? Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь фонарь, мы на глиссаде. Мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение уткнешься, бороду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черт, и командир тут с ними растолкает всех. Обнимет. Что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам, па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит, двойка, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, принесет большой кашу. Нам твоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Мы вернулись, я и самолет. Я не люблю оправдываться, но если я в чем-то сбиваюсь, то у меня есть какие-то причины. Просто действительно какой-то период у меня. Я летал, мая тут немного прошло, но я выступал в Комсомольске-на-Амуре, в Хурбе, в Хабаровске. И за 3 дня там дал 4 концерта, потом самолетом до Москвы, дальше за рулем до Минска, больше суток не спал, потом через сутки за рулем в Питер и за рулем из Питера сюда. И в общем, конечно, немножко у меня в голове какая-то некоторая каша. Я всегда в этом плане себя спокойно на этой сцене чувствую, потому что если я в чем-то сбиваюсь, все равно мне спокойно, потому что я всегда говорю, что мы тут вроде как друзья на кухне собрались. Когда в голове каша, я все время вспоминаю Сирию, когда действительно с ребятами там общались. Мы с Андреем Анатольевичем сейчас в «Антракте» говорили, тоже немножко Сирию вспомнили. Действительно такое-то там. Когда они там были, там русские витязи тоже побывали. Но это было время такое немножко потяжелее, чем сейчас. Хотя сейчас там непросто. Но я когда первый раз попал в конце 15-го, начале 16-го года, мы с группой Агата Кристи летали, это вообще было что-то. То есть там, не переставая, вот это все происходило. Сейчас, кстати, в Комсомольске-на-Амуре, когда выступал, приехал командующий округом восточным, Героя России, генерал Житко, он танкист. И мне сказали, надо будет выступить там, командующий армией будет, там Кравченко, воздушная армия. Вот. И, там просто мероприятия определенные проходили в Хурбе. И я такой, а что я буду петь там? Я понимаю, что он у вас там главный, он танкист. Но, тем не менее, я спел определенные какие-то авиационные, естественно, песни. У меня про танки ничего нет. Вот. И я скажу, открыл для себя этого человека. И он, во-первых, как бы это все действительно воспринял так по-нормальному. И когда я эту песню сирийскую спел, он говорит, да, так и было все. И для меня просто действительно было неожиданно от него услышать, что он несколько раз там был начальником штаба группировки.
И вот довелось же человеку быть именно тогда, когда наших летчиков там сбивали. То есть и Ми-8, и Роман Филиппов, и Рифат Хабибуллин. Это все было при нем. Вот в разные командировки, ну надо же так вот. Я не хочу подробности эти рассказывать, конечно, но я вижу, что этот генерал, он через себя это пропускал очень сильно. И мне было неожиданно просто от него это, вот эта оценка моих авиационных песен. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты экстра-класс, удобства снаружи. Бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт, но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, и многие совсем не ждали здесь видеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой, от напряжения кипишь. Кабина словно дом родной, вот только жаль, мне не поспишь. А хочется очень, особенно ночью, который месяц не до сна, и не уйдешь на бюллетень. По распорядку здесь война, что день, что ночь. Рабочий день здесь, все на пределе. Назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес, и сразу станут цифры 200, духи всего крест. Прицельные марки, тонкий крестик, миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи возмущались, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто: very good, летать помногу им нельзя. У них нормированный труд, им бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее. Два раза нам не умирать, но не привыкнуть, хоть убей. Нам жить в половину и к выстрелам в спину. Минуют нас по воле фарта смерти холодок. Года спустя по полетной карты выцвевший листок напомнит нам да более ярко ближний, но далекий столь восток. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. По самому прямому.
прямому назначению, по самому прямому назначению. Спасибо. Следующая песня. Я что-то вспомнил этот классический возглас в этом зале, когда-то много лет назад Николай Викторович «Вертолетчики волнуются». Ну да, в первом отделении нет. Это в Питере один мой близкий друг сказал, я только в первом отделении смогу быть. А этот концерт, ну он же такой же, вот, ну, под День Победы. Я говорю, ты знаешь, говорю, я про вертолеты ничего в первом отделении не спою, их во время войны-то не было. Ну, как я. Правда, он в итоге остался на второе отделение, получил от жены. Вот, ну. Да, так вот, следующая песня. Это премьера. Мало того, она несколько необычная, потому что. Как бы я сказал, я даже не знаю, что это. Ну, не то, что там случилось чудо, но случилась несколько такая странная ситуация. Наконец-то у меня родилась песня в ответ на многочисленные упреки некоторых товарищей, знакомых, незнакомых, и даже целого героя России Сергея Викторовича Михеева. Это песня про Камовский вертолет. Называется просто «Аллигатор». Всего-то надо мало, лишь бы нам начальство дало нам чуть отдохнуть. Наш режим необычайный, мы работаем ночами, но нередко нам и днями не дают уснуть. И закат уже олеет, снова ждут нас бармалей, как Чуковского Корнея, вредные точь-в-точь. И над нами жерновами два винта над головами рубят воздух лопастями, мы уходим в ночь. В темноте мы над пустыней в очках, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит, аллигатор петь не может, наш поэт как тенор, тах-тах-тах. Бах-бах-бах! И баритоном, тух-тух-тух. Уходит наша пара, и луна как будто фара, нам хотя бы до удара вырубить ее. Мы рельеф буквально лижем, только некуда уж ниже, это вам не по Парижу, променад, мусье. Под луной мы целью в тире, в небе трассера пунктир, и разносится в эфире наш российский мат. Это значит, мы у цели, бармалеи на прицеле, и ракеты им пропели дружно шах и мат. В темноте мы над пустыней и в очках, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит, аллигатор петь не может, наш поет как тенор, тах-тах-тах. Бах-бах-бах! И баритон. Никто не знает, нам нередко прилетает чудотворец, нас спасает Николай Святой. Из иконки над прибором он на нас глядит с укором, а иной раз и задором ходит с нами в бой. Ночь закончится зарею, мы несемся над землей, и на блистере змеей дремлет пирошнур. Он зигзагами свернулся, дай нам Бог, чтоб не проснулся, и домой наш борт вернулся, хватит. В темноте мы над пустыней и в очках, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит, аллигатор петь не может, наш поэт как тенор, тах-тах-тах. Бах-бах-бах! И баритоном, тах-тах-тах. Убитый
криком безы, как облитый аллигатор. Наши сбиты поперек и вдоль. Живы, верим и не верим. Мы откроем кимбы двери, блять, и полиция проверит нас на алкоголь. Аллигатору досталось, и забывши про усталость, технарям за ночь осталось в строй его вернуть. Ну а нам-то надо, мало спим под солнышком, устало, только бы начальство дало нам. Нам чуть отдохнуть. В темноте мы над пустыней, в очках пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, а горошит, аллигатор петь не может, наш поет, как тенор. Так, так, так. Ба-ба-ба! Баритоном так-так-так. Бабах! Бабах! И баритоном так-так-так. Почти не сбился. Когда с премьерой, Оль, очень давно хотелось подойти. Мы все были недостойны, поэтому здесь небо и военная форма. Ну, маленький момент. Если о каком-нибудь гражданском самолете, то мог бы написать песню. Я сразу на всякий случай, чтобы не возникли упреки. Годы птицы улетают, по земле меня болтают. А точнее выше, над землей. Не доживу, быть бы живо, столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной, пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Редко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем водку пили, за машину и за миля. Мы на ней как бабка на метле, мы на ней как змеи Горыныч. Тоже можем землю выжечь или как ковер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил она всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах. Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль.
Бордель опять добро на взлет. Небо снова нас зовет, и бетонку с Богом отпусти. Набираем эшелон, и плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах, все дожди оставив под собой. На работе мы опять, и трудяга борт 05 четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, а погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас всеми ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Снизу морем облака, и болтает борт слегка, снова чайка в который раз побьем. Все мы здесь как за рулем, чтоб покрепче все потом, на земле по сотке мы нальем. Командир на руку скор, наплевал на коридор, до ворот прокладка вся долой. Пусть земля запросы шлет, бортрадист всех отошьет, нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, а погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас всеми ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. И пока автопилот удлиняет наш налет, командир прочтет свой детектив. И спокойны мы в полоне, мы уже не на войне, шум ее для нас пока что стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже и по маме не пошлет. Нам уже не привыкать в обязаловку играть, знал бы прикуп, знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, а погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас всеми ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Хоть мы и сами как семья, мы экипаж. Экипаж! Я не просто так, такую военно-транспортную песню спел, потом и следующая тоже она будет, потому что
Ровно через 3 недели, 1 июня, будет замечательный юбилей. 90 лет военно-транспортной авиации. И, ну, я буду участвовать в этих мероприятиях. Они снесены немножко там туда дальше. 4-5 июня. Там будет большой-большой концерт в Крокус-Сити-Холле. Я там тоже немножко участвовать буду. Потом, по-моему, в парке «Патриот». В общем, ну, такая серьезная будет, серьезное мероприятие. Не знаю, где военно-транспортная авиация нашла такие деньги на Крокус-Сити-Холл. Но это очень дорого. Что насыпался Илюха? Ничего лет до зари. Набивают снова брюхо, груз швартуют технари. Носят ящики солдаты из заката акварель. Только нам не до заката, рамп тельфер, апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, с экипажу не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга. Бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с заправками маршрут. Полный борт в гуманитарке, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга. Бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты. Надоели нам уже. Штурман курит сигареты, там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. И если что, всегда в порядке у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что бабахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга. Бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречает борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один. А до души нальют Илюше самый вкусный керосин.
Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется, нижним блистером блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысилья трудяга, турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Тоже про большой самолет. Не собирался пить, но что-то подумал, почему нет. Пройдя рулёжкой на полет, на полосе корабль замрет. На исполнительном молитва, все по карте. Винты все восемь на упор, разбег, отрыв, вираж, набор. Все проблемы мы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в попыхах. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре сплошь засветки. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали пьянкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже на пролом, мы чуть не блистер нам крылом. Такие бурзы, как правило, из штатов. Но не изменит курса борт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас как сеносток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик «Я вижу, командир!» вдруг разорвет немой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит и оврал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику медведи, придут, ой, придут в Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем. И семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим. А турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет будет устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно б смогли, ведь мы умеем. Экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон. Не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. Идут в развалочку медведи.
мой любимый медведи, медведи, медведи. Медведи! Спасибо! Ну, без каких-то там больших-больших предисловий, как ее называют, песенка про подполковников. В неспешенной эшелоне идем по спинам облаков, и в комфортабельном салоне летят, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг, ведут себя не по уставу, к бортпроводницам пристают. Мой командир захлопнет книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажет: вы, Михалыч, слишком забудьте к черту ваш устав, ведь вы теперь гражданский летчик, промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик, зато как прежде в небесах. Покуролесить бы над точкой, жаль, за спиной сидит народ. И ножку дать, да сделать бочку. Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Циклон несется нам навстречу, знать, потрясет кораблик наш, и пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку, поесть, попить, так вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух, так жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник и кнут. Как там у Маркса в «Капитале»? Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке. Порой с овчинку не баскун, зато нередко на посадке нам аплодирует салон. Шулане. Идем по спинам облаков, а в комфортабельном салоне летят копченые с югов. Три роты личного состава из тетифри напитки пьют, ведут себя не по уставу,
и стюардессам представил. Возвращаемся к вертолету. Ласточки летают над землей. Низко, значит, снова непогода. Мы утюжим небо здесь полгода. Значит, полтора, и я живой. Натрий умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подводила. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет, не ошибся летчик-оператор. Тенчон, как в фильме «Терминатор». Все, что снизу, упирает в лед. Нас при этом тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей турой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень, не из робких. Обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста. Даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Словно сто разгневанных богов все на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость мы ведем огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем. Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки. Словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем. С той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом
обзовет любимую мою, ту, что вручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю. Ласточку пятнистую мою. Спасибо. Ну и сразу, конечно. Я вернулся, весь набитый до отказа. Я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, на предельный износ я Ми-8. Я вернулся. Кто б скомандовал мне вольно, нахватал я пуль довольно. Ох, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы на рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. Я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, стянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8. Сейчас в Хабаровске, когда выступал, так получилось, что мне рядом со сценой, сцена была на КамАЗе, вот, это все было на аэродроме, рядом стояло Ми-24, а дальше там стояли восьмерки. И, ну, как-то так. Мне потом говорят, как-то это было так красиво, но я не знаю, как-то я эмоционально просто повернулся и сказал спасибо.
Ну, они там стоят, действительно. Ну, это та машина, которой всегда можно сказать спасибо. Следующая песня, ну, раз уж Маша была, значит, Маша 2 есть. Как я всегда говорю, события, изложенные в этой песне, имели место быть, как основаны на реальных событиях, ну и так далее. Эпиграф. Я не хочу его учить, я его всегда с листика читаю, потому что, ну, это же все-таки письмо, письма не учат. Обратно пишу вам, любезная Екатерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка и разнежился я на горячем солнышке, словно наш кот Васька на завалинке. Сидим на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытывая. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело. Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам и ни о чем не вздыхаем. Так что вам зазря убиваться не советую. Напрасно это занятие. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца, и как товарищ Сухов в белом солнце пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет, моя, тебе, моя родная Маша. Здесь точно солнце белое, а пустыни. Живем спокойно, иногда летаем, а так все загораем, отдыхаем. Здесь апельсины вкусные и тыни, и солнце, Маша, белое в пустыне. Апельсины, кстати, вообще вкуснее не ел. Как лагерь пионерский, распорядок, кино, концерты, всякие артисты. Спокойно здесь, уютно все и чисто. Полиция следит, чтоб был порядок. Вот лишь война не любит распорядок. На женщин я ни-ни, хоть обозваться. Медсестры Маша могут здесь по роже. Отряд их медицинский огорожен. И те же не обманывают, братцы. Забор такой, что к ним не подобраться. Па-па-па-пам-пам-пам-па-па-па-па-па. Не подобраться к ним никак. Здесь не устроить ужина со свечами. Шалят у нас тут Маша, бармалеи. И так не спим, а эти, блин, злодеи игрушки запускают к нам ночами со всякими опасными вещами. Жаль ночью поднимать, вот досада. Когда кому-то станет слишком жарко, тогда нам срочно грузятся подарки, а мы их разгружаем там, где надо. За это где-то раздают награды. Награды где-то выше ожиданий. Они для тех, кто на день прилетают, построят, пошумят, повоспитают и дырочку на грудь без колебаний. А мы привозим дырочки со заданий. У нас вчера здесь был концерт в ангаре. Анисимов нам пел про нас немало. Мужик прикольный, только в плен попал он. Полиция здесь, как всегда, в ударе. Нашли там у него коньяк в гитаре. Па-па-па-па-па-па-пам, тара-тара-та-та. А у меня бы не нашли. Артиста где-то заперли поспешно. Нам указали место по секрету. Стояли насмерть красные береты, но был певец освобожден, конечно.
прошла вся операция успешно. Потом разборки, словно мы из НАТО, по полной все по шапке получили. Но главное, артиста мы отбили, и значит, он еще споет когда-то. Ну а пока нам вновь лететь куда-то. Одну б команду дать войне, отставить, налить борща и выпить чарку водки, а на закуску, эх, с лучком селедки и песенку про летчика поставить. Мне это, Маша, трудно и представить. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у окуаса, и как товарищ Сухов в белом солнце пишу тебе в мель о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Чемпионство под завеской заправлен, и подвешены все средства, и летит сирена. Воет, опустили капониры, пахнет в воздухе войною, значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи день тяжело мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль в верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, примече на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить, наши судьбы на весах. Где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалея керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятеля, мне сейчас не до каприза. Включен главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам последний огнем и громом огрызается поверхность. Контингент, и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен, кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз, на кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах. Где-то в небесах. Живы, огонь не убиты, хоть по мне бы убили точно. И ритм тетерит, чтоб на воздух вышли срочно.
Эти двое как на меня. Велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилье, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах, где-то в небесах, где-то в небесах. Спасибо. Ну, придется подпевать вам. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. В детстве сказок без родительских подсказок я хотела летать, как Карлсон, и рожить между крыш. До небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось: толстый Карлсон и малыш эскимо на вертолете. Даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка лучше, мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг в газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут, и в десанте, и в пехоте. Мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут. Вертолетик. Плохишь из книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку вертолетик.
вертолетик поломать не дам. И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно под огнем свой танец кружим. Он герой, я им горжусь. Р-р-р-р. Вертолетик. Р-р-р-р. Вертолет. Р-р-р-р. Вертолетик. С ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменяли столько мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложном по работе, и заботясь о пилоте, детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускаем? Давайте помогать, а то я устал. Вертолетик. Вертолет. Переворачиваю лист, а тут так написано: вертолетик. Это я иногда рассказываю, в общем, я сюда особо не подсматриваю, но старая-старая история, которая более 20 лет, наверное, когда-то в Минске я выступал, у нас такой есть клуб, я вот все хочу иногда туда зайти, может поговорить, может действительно там выступить, черт его знает. Он маленький, но такое знаковое заведение, называется граффити, и я помню, когда я первый раз там выступал, это был, может быть, год 2001, наверное. И вот я тоже там настраиваюсь, ну, там оп, стоит пипитер, это все вот этого дела лежит, и я тут раз-раз, мужчина проходит, так хап, и уносит у меня вот это дело. Я говорю: товарищ, стойте, он, это мое, а я думал, это меню. Там сзади стойка была. С тех пор я вот это все меню и называю. Я вот думаю, как назвать вот тот концерт, который будет через 3 месяца, даже меньше, чем через 3, ну и вот, ну не то, что как бы назвать, но как-то подвести к тому, что там будет 2 цифры, 55 и 30. 55 лет товарищу Анисимову, покорному слуге, и 30 лет как раз в те дни будет вот этой песни. Я летчик. Красивая форма, лампас голубой. И даже завидует кто-то порой. Я летчик. Из звука турбин на земле лучший звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту-нибудь я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнее в глазах.
глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь в поту можно просто отжать. И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть, в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. Увы, продолжает планета гореть, а значит, я снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочком. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на ней. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. А что на земле, мне совсем не понять. Заставить хотят меня строем шагать. Я летчик. Награды и деньги совсем не про нас. И кто-то уходит на Боинга, Airbus. Я летчик. Но в небе учили меня воевать. А значит, я должен, обязан летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, бочку сделаю горку, я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Спасибо. Я думаю, что, может быть, вот на том будущем концерте я ее спою вообще в трех вариантах. Потому что, ну, она менялась годами. Ну, действительно, 30 лет назад было все по-другому. И хочу найти в архиве телевидения именно то первое исполнение. Это вообще первый раз, когда меня показали по телевизору старшего лейтенанта, ну, в программе прямо. И это была такая... Интересная дата была, 18 августа. Ну, летчики знают, это день воздушного флота. Но это было 18 августа 1991 года. А 19 августа мы все знаем, что происходило. Вот так вот сложилось. И эта песня есть где-то в архивах. Я там еще такой худенький, с усами. Кудрявый. Кудрявый, да. Найду, выложу в интернете. Ну, не то, что найду, она есть. Просто надо задаться целью, написать соответствующие бумаги, чтобы выдали мне вот эту военную программу про первую бомбардировочную авиадивизию в Лиде. Тогда делали про нее программу. В конце эта песенка была. Там целая история была. Ну, постепенно все-таки мы идем на посадку. Научу тебя летать. Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать ночью, оттолкнув поверхность улететь и коснувшись звезды части петь. Главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Небо невозможно не любить. Взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь, знаешь,
не поможно обнимать, главное летать. Звездной вышине прямо не во сне. Обмануть законы физики суметь, формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами, опьянеть. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта сумешь. 2 на 2 умножишь, выйдет 5. Веришь, ввысь несложно улетать, главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета, пылью обернется главная мечта. И крылья не дадут любовь твою убить. Знаешь, это небо можно бить, главное любить. В звездной вышине прямо не во сне, обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами, опьянеть. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть спеть. Хочешь, хочешь, научу тебя летать. Летайте обязательно. Не все здесь, конечно, летающие, вот, ну, вот, как, ну, опять же, вернусь к Андрею Анатольевичу Алексееву, а, ну, мы-то тоже летаем во сне иногда. Я говорю, у меня ночной, вот, во сне налет такой, что мама дорогая, постоянно летаю, там здорово. Дорогие мои, я хочу еще раз поздравить всех с Днем Победы, военных в первую очередь. Да, ну, вот тот праздник, с которым надо поздравлять всех, всех нас, детей наших. Я вспоминаю вот свое детство и... такой, не то что непонятный мне, а какой-то, ну, казалось тогда, дежурный тост, когда родители говорили, давайте выпьем за то, чтобы наши дети не видели войны. У меня родители видели войну. Папа был под бомбежками в городе Горьком, потому что там был авиационный завод, там был автомобильный завод, там был завод «Красная Сормова», где строили корабли. Их бомбили нещадно. Мама пережила блокаду, ее мать не пережила. Ее отец, мой дед, умер после блокады уже от ранения. И вот в одно время я поймал себя на мысли, что, не то что поймал, а мы выросли и тоже стали за столом поднимать эти рюмки за то, чтобы наши дети не видели войны. И это очень болит, потому что мы понимаем, в какое время мы живем, и это действительно ужасно, чтобы, не дай бог, наши дети увидели то, что видели наши родители, деды. Поэтому я желаю всем нам мирного неба. Летчикам, опять же, для меня это очень родные люди, чтобы они всегда возвращались в штатном образе, штатным образом, как я говорю, вернулись по стремянке, спустились из самолета или по лесенке из вертолета. На цели смотрели только вот эту прицельную марку, на цели на полигоне. Мирного неба всем нам. Как обычно.
срочно, вылет срочный. Знать при жале наших точно. Мы летаем денно ночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате слону в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удача. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаясь без газовки, техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражем, эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, ну, ведомый, не зевай. Внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, где земля в эфир орет. До ворот бросаю фопы, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухо, бы заболтала самолет. Трассира, как паутина, маневрируя активно, живописная картина. Как соврасово грачи прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну, разведка не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь. Чтоб не я 200 груз, нахрена пошел я в качу. Вот Ульяновск, все иначе. Был бы дом, машина, дача, и водил бы арбуз. Грач, бедняга, изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, и живой хоть попадает. Под глаза мне разъедает, нет спасения от шары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробуй марку под свинцовым кипятком. ВПО, капушка, танка, грохот выстрелов, болтанка. Я как мышь консервной банки, по которой молотком. Не попасть бы ночью в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке из расходов НПК. Выходить по раздраке, ведь почти сухие баки. И подруг падает пока. Мне похоже, как морозом, грач устал отнул носом. Значит, весь я под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушнике я слышу летуны. Спасибо вам! На обратном, довернули, позади снаряды пуля. Уравнение обернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слое, а из носа капли крови. Знать в санчасти, на здоровье, получу я от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашюты хлопнут звонко. За рулю уйду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Это наша победа. Мирного неба всем нам. Мирного неба. Спасибо. Не, ну конечно, я понимаю. Сегодня, хотел сказать, сегодня День Победы. Он все равно сегодня. Он для нас День Победы. И, конечно, мы споем эту песню. Самую военную. Если только пять. Бочлянка. Вау. От пехоты не понадобится. Андрей. Буклянку. Ленинград. В честь Дня Победы.
рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз, кудрявый, как клен зеленый лист резаной, я влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка отвечала парню в лад. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанский лес густой. Раз, зеленый лист резаной, здесь угленно, да мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. По смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз, кудрявый, да клен зеленый лист резаной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резаной. Раз кудрявый, да клен зеленый лист резаной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо, Саша Пахомов. Звук, замечательный звук. Всегда для меня это очень важно. Саня, спасибо. Спасибо вам. Споем еще обязательно. Будем жить.